Всем привет, мои дорогие. Мы сейчас вышли перекусить. Я не знаю, в какое кафе или в какую столовую мы сейчас пойдем. Но вы увидите все сами. По названию, думаю, вы уже поняли. Ребятки, мы идем в столовую по-домашнему. Сейчас здесь будем смотреть цены и что-нибудь закажем. Закажем. Вот у нас столовая по-домашнему. Прямо на набережной находится. Так, здесь берем подносик, ложечки, вилочки, возьми ложечку, наверное. Я двумя подносами хочу. Ну, давай. Женечка, Диана, иди сюда. Хлеб будет, да? Так, смотрите, показываем сладкий стол, 77 рублей. Что здесь есть? Да, спасибо большое. Нет, я буду рада, если ты будешь подносить. Так, что здесь? Идем сюда. Это будущее? Я, наверное, хочу тарелочку. Возьми тарелочку. Нам две хватит. Так, сейчас я подумаю, что мне взять. Брокколи можно? Можно, конечно. Все, можно. Давай вот так ложечку. Вообще. Да, положи мне так чуть-чуть. Вон курица. Ты будешь что-то? Да я лучше смотрю что-то. Все, хорошо. Так, здесь мохито 170, 150, 150 километров. Нет, я это не хочу. Так, тебе нужно картошка или что-нибудь такое горяченькое. Салатик какой-нибудь хочешь? Смотрите, ребятки, арбузики. Давай вот сюда, может. Будешь рыбу или что-нибудь такое? Так, а куриную? Да, не куриную. Это отбивная из свинины. Будешь? Вот, такой возьми. Я тут не буду. Тогда я тоже. Ну, да я не знаю, ты будешь? Ты же любишь, давай вопрос. Маленькую. Бери маленькую. Крошку 90. Угу. Перемешаю ее там. Да, вот так. Угу. Молодец. Ты там не будешь ничего? Нет. Он же не себе взял. Что-то интересное, вкусное. Я вам сейчас а я что-то не знаю, картошку не взяла, может быть, зря. Ты что себе не взял? Надо пойти картошку взять. А что такое? Кориды, сыр, кукуруза, перец, крабы. Нет, не буду. Фитнес фасоль. Нет. Вот можно супчик какой-нибудь взять. Пойдем возьмем суп. Так, у нас с тобой не месяц это все, да? Так, сейчас тогда... Ты супчик будешь, да? Что-то нужно взять. Пойдем картошку возьмем. И себе, и мне. Так, мы все-таки решили за картошку сходить. Хочу картошку. Будем. Вот сюда давай, наверное. Ты будешь здесь что-то? Я вот ту картошку, которая крайняя была.
вот эту картошечку давай чуть-чуть положим. Какая твоя тарелочка, по-моему? Мне без разницы. И тебе давай чуть-чуть, да? Не меньше. Тебе поменьше, давай сама. Может, еще что-то? Хорошо, у вас будет суп? Ну да, куриный. Нет, я не буду, мне вот, мне хватит. Что еще? Сок. Суп, лапша, борщ, суп сырный, уха по-царски, суп харчо. Где что, малыш? Вот, обязательно что-нибудь. Сок апельсиновый, морс, клюквенный понч. Я тебе считаю, не стаканчик помогу. Стаканчик же могу понести. 1622 у нас вышел заказ. Ребятки, наш заказ вышел, сейчас я вам скажу, 1122, я, по-моему, уже сказала, слышали вы, 1121, то есть вот, это мое, картошечка, брокколи и сок апельсиновый. У тебя как, какой сок? Пунш. А, у тебя пунш. Так, я взяла себе вот окрошечку и так же, как у меня, брокколи с картошкой. У Жени здесь картошка. Это что, омлет или что? Где? Вот эта сечка. Хрен его знает. Понятно. Так, также он взял бокал пива. Ну, пиво не бокал, а просто пиво взял. Супчик и салатик. Оливье, походу. Так что вот так. Пишите в комментариях, дорого или нет. Или нормально, в принципе, по цене. Вот такой у нас сегодня обед. Ребят, здесь получается еще и отель. То есть прям все в одном месте здания. Так что как-то так. Территория большая. Столовая вот эта. Столовые все прибывают. Отдыхающих. Нет, здесь вид красивый прям. Получается, ты сидишь, и у тебя море рядом. Вот это очень, конечно, здорово. Прям красота. Мы наелись, и сейчас уже пойдем на море.